Хватит, хватит развлекаться. Не забывай о главном. Веди игроков. Пора начинать третий раунд из тех 15, которые нам предстоит сыграть в этом цикле. Как ты думаешь, кто-нибудь выиграет у нас сегодня килограмм золота? Не отвечай, ты все равно этого не знаешь. Знаю только я. Надеюсь, вы сегодня тщательно подготовились к игре. Все вспомнили. Или, может быть, выучили. Хотя, если золото не любит вас, то вряд ли вам пригодятся знания. Это шутка. Ты всех привел? Ну давай, давай. Раздавай номера. Очень хочется поиграть. Вы дождались встречи со мной. Вот и я. Вы готовы к игре? И я готов. Сейчас начинаем. Ну что, снова пришли за серебром и золотом? Я легко отдам вам сегодня 3 серебряные унции и 1 золотую. За килограмм нужно будет побороться. Я желаю всем удачи и спешу задать первый вопрос первого тура. Вы назовете мне знаки препинания. Знаки препинания. Судя по тому, что практически все подняли номерки, хоть один знак знает каждый. Это радует. Ну, начнем. Я напоминаю, что победит тот, кто назовет последний правильный ответ. Даже если вы назовете не все знаки, последний будет считаться победителем. Итак, начинаем. Номер 23. Запятая. Запятая, да. Номер 2. Точка. Точка, да. 4. 11. Восклицательный знак. Восклицательный знак, да. 16. 4 правильных ответа уже есть. Двоеточие. Двоеточие. 5 правильных ответов. 12 номер. Вопросительный знак. Вопросительный знак, да. 19. 6 правильных ответов. Точка запятой. Да. 2. Тире. Тире. Да. 12. Кавычки. Кавычки. Да. 9. Приготовиться 3. 9 правильных ответов. Скобки. Скобки. Да. 3, пожалуйста. Пожалуйста, 8 номер. Дефис. Да. 11 правильных ответов. Ну что, назвать вам сколько всего? Всего 16 знаков препинания. Осталось 5. Осталось 5. Номер 4. Кильда. Нет. 24. Параграф. Параграф? Да. Нет. Знаки препинания. 8. Абзац. Абзац. Да. Или красная строка. 15. 12 правильных ответов есть, осталось 4. Пробел. Пробел. Есть такое. Так, 13 правильных ответов, осталось 3 правильных ответа, номер 20. Смотрите, мы идем без 15-секундной паузы. Знак переноса. Знак переноса? Нет.
Специально такого знака нет, это тире. Так. Даю 15-секундную паузу. Пока есть 13 правильных ответов, осталось 3. Осталось 3. Время. 8. Ударение. Ударение? Нет. Это не знак препинания, нет такого знака препинания. Пожалуйста, 2. Двойные скобки. Двойные скобки? Нет. 12. Последний. Сейчас, если вы ошибетесь, то ваш ответ и будет последний, это будет конец задания. Собака. Собака. Я думал, это скандал. Нет, неправильно. Вы не назвали, это 3-я ошибка. Задание прекращено. Я вам называю еще 3 знака препинания, которые вы не назвали. Двойные запятые, двойные тире и косая черта. Ну что, итак, вы достаточно хорошо справились с заданием. Победил игрок под номером 15, если я не ошибаюсь. Пробел. Вы назвали пробел. Итак, вы стали участником 2-го тура. Вы уже обладатель серебряной унции, которая будет вручена вам чуть позже. У вас есть шанс бороться за золотую унцию. В перспективе за килограмм золота и через 4 месяца за пуд золота. Я желаю вам удачи, проводи игрока во 2-й тур. А вас я сейчас порадую еще одним заданием. Еще есть 2 серебряные унции для сегодняшней встречи. Одну мы разменяем следующим вопросом. Оперы и балеты Прокофьева. Оперы и балеты Прокофьева. Вопрос ясен? Итак, 1. Спартак. Спартак? Нет. 4. Золушка. Золушка, да. 18. Приготовиться 24. Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта, да. 24. Петя и Волк. Петя и Волк? Нет. 16. Раймондо. Нет. 8. Петушок. Петушок? Золотой петушок? Нет. Это... Не прокрутит. 3, пожалуйста. Война и мир. Война и мир, да. 3 правильных ответа. 7, пожалуйста. Снегурочка. Снегурочка. Нет. Мы называем балеты и оперы Прокофьева. Сергей Прокофьев. Пожалуйста, 24. Руслан и Людмила. Руслан и Людмила? Нет. 8. Иоланта. Иоланта? Вы в основном называете мне вообще балеты и оперы. И совершенно не обязательно, чтобы Прокофьева. А я прошу как раз Прокофьева. Пожалуйста, 14. Любовь к трем апельсинам. Любовь к трем апельсинам. Абсолютно правильно. Есть ли еще варианты? Если нет, я даю 15-секундную паузу. Есть ощущение, что вы все помните еще один балет или еще одну оперу и хотите быть последними. Я даю 15 секунд. Всего 4 правильных ответа. Пока лидирует игрок под номером 14. 5 секунд. Время. Я могу подсказать вам, ну, все помните по школе, наверное, да? Сейчас я шишечку найду. А мертвая царевна. Это вот то, что я сейчас, нет, да? Сейчас нет, шишечку, нет, да? Нет. Нет, 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 нет. Ну что, просто интересно, может быть, все-таки еще что-то помните, потому что наверняка помните. 18, пожалуйста. Это по Борису Полевому, насколько я понимаю. Да, по Борису Полевому. Пусть настоящим человеком. Совершенно правильно. Но я не могу засчитать этот ответ, потому что уже это я уже подсказал, это просто мы с вами пошутили. Есть еще варианты? Есть? 13. Золушка. Золушка? Да. Называла, называли. Мы называем оперы и балеты Прокофьева. 12. Маска. Маска? Нет. 2 ошибка. 16. Риголетто. Риголетто? Нет. 3 ошибка. 4 правильных ответа из 15. Итак, стал победителем игрок под номером 14. Вы стали обладателем серебряной унции. Она будет вручена вам чуть позже. Проводи игрока во 2-й. Итак, 3 задание 1-го тура. Сейчас мы совершенно в другую область. Я хочу, чтобы вы назвали мне хоккеистов, российских хоккеистов, играющих в НХР.
российских хоккеистов. Здесь у каждого будет много возможностей высказаться, потому что этих хоккеистов, по-моему, 55 человек. 55 спортсменов. Пожалуйста, четвертый номер. Фетисов. Фетисов, да. Восьмой. Буре. Еще раз, Буре. Павел Буре. Павел Буре. Два ответа правильных. 23-й. Валерий Буре. Валерий Буре, правильно. 12-й. Ларионов. Ларионов. Да. 4-й. Федоров. Федоров. Правильно. 19-й. Каменский. У вас упало. Каменский, да. 13-й. Немчинов. Немчинов? Да. 17-й. Ковалев. Ковалев. Да. Первый. Могильный. Еще раз. Могильный. Могильный, да. 25. Коваленко. Коваленко, да. 10 правильных ответов. 16-й. Цыплаков. Цыплаков, да. 12-й. Козлов. Козлов. Какой Козлов? Имя. Николай. Николай? Нет. Героев надо знать по именам. 19-й. Козлов, Флорида Пантерс. Правильно. 21-й. Миронов. Миронов. Дмитрий. Какой Миронов? Дмитрий? Дмитрий, да. 16-й. Селиванов. Селиванов. Да. 19-й. Козлов, Детройт, Ред Уинкс. Да. 12-й. Алексей Миронов. Алексей Миронов? Нет. 24-й. Петренко. Петренко? Да. Нет. Мы называем российских хоккеистов, играющих в НХЛ. 15 правильных ответов есть. Есть еще 40 вариантов правильных ответов. 23-й. Борис Миронов. Борис Миронов. Да. 16-й. Шталенков. Шталенков, да. 21-й. Назаров. Назаров. Да. Первый. Яшин. Яшин. Да. 12-й. Трефилов. Трефилов. Да. 16-й. Победит тот, кто назовет последнюю. Житник. Житник. Есть. 21-й. Кравчук. Кравчук. Да. 23-й. Зелепукин. Да. 12-й. Титов. Да. 19-й. Гончар. Гончар. Да. 25 правильных ответов. Должен вам сказать, что наших хоккеистов, играющих в НХЛ, вы знаете лучше, чем оперы и балеты Прокофьева. Восьмой номер. Ковалев. Ковалев. Было. 21-й. Морозов. Морозов. Да. 23-й. Самсонов. Самсонов. Да. Какие есть еще варианты? 17-й. Макаров. Макаров. Нет. 21-й. Юшкевич. Юшкевич. Да. 12-й. Пряхин. Пряхин. Нет. 16-й. Желток. Да. 23-й. Марков. Марков. Да. 4-й. Зубов. Зубов. 31 правильный ответ. Зубов защитный. 31 правильный ответ. Есть еще 24 варианта. Боремся дальше? Пожалуйста, 16-й. Ячменев. Ячменев, да. 32 правильных ответа. 4-й. Харламов. Харламов? Нет. Нет. Уже. Нет. Нет. Сын не играет. Я даю 15 секунд. 15 секунд, сосредоточьтесь. 32 правильных ответа. Всего правильных ответов 55. Пока лидирует игрок под номером 16. 15 секунд прошло. Пожалуйста, номер 21. Зюзин. Зюзин, да. Лидирует игрок под номером 21. Названо 33 правильных ответа. Мы называем российских хоккеистов, играющих в НХЛ. Какие есть еще варианты? 23-й. Ларионов. Ларионов? Было, назывался. 12-й. Николишин. Николишин. Да. 19-й. Сергей Березин. Сергей Березин. Да.
35 правильных ответов лидирует игрок под номером 19. Осталось 20 правильных ответов. Вы не назвали 20 хоккеистов, российских, играющих в НХЛ. Пожалуйста, 16 номер. Ян Каминский. Ян Каминский, нет. В принципе, 16 номер лидирует по количеству названных хоккеистов, но нужно назвать последний правильный ответ. Варианты. Первый. Шкаленков. Было. Назывался 12-й. Жамнов. Да. Лидирует игрок под номером 12. Пожалуйста, 21-й. Хабибулин. Хабибулин, да. Лидирует игрок под номером 21. Номер 23-й. Федоров. Федоров. Было. 37 правильных ответов уже дано. Номер 16-й. Малахов. Малахов. Да. 21-й. Твердовский. Твердовский, да. Вот развернулась какая борьба между 16-м и 21-м номером. Такие. 39 правильных ответов. Еще есть 16 вариантов. Даю 15 секунд. Пока лидирует игрок под номером 21, я вижу, что наметилась такая борьба между 21-м номером и 16-м. Осталось 5 секунд. Время. Пожалуйста, номер 16-й. Зубров. Зубров? Нет. Вот как вопрос. Все хотят быть последними. Поскольку у нас есть два активных участника, я дам возможность 16-му номеру. Коваленко. Назывался. Четвертый. Кривокрасов. Кривокрасов? Да. Да. 19-й. Кристич. Да. 23-й. Епаченцев. Нет. Нет. Лидирует игрок под номером 19. Под номером 19. Я даю 15 секунд, сосредоточьтесь. Три неправильных ответа или три повтора – это конец задания. Дан 41 правильный ответ. Осталось 14 фамилий, 14 имен наших хоккеистов, российских, играющих в НХЛ. Пока лидирует игрок под номером 19. Итак, время вышло. 24 номер. Карпов? Да. Нет. 12-й. Семенов. Нет. 21-й. Константинов. Константинов? Нет. Третья ошибка. Нет. Все. Третья ошибка, иначе я буду несправедлив по отношению к игроку под номером 19. Если я четвертым дам возможность вам сказать. Итак, победил игрок под номером 19. Вы стали обладателем серебряной унции, участником второго тура. Серебряная унция будет вручена вам чуть позже. Не переживай и проводи игрока во второй тур. Игрок под номером 19. Я благодарю всех за игру. Было интересно. Вы замечательно назвали прокофьевских хоккеистов и НХЛовских прокофьевых. Итак, второй тур. Ну что, я еще раз вас поздравляю. Итак, участниками второго тура стали игроки под номером 19, 14 и 15. Мы с вами поиграли в хоккей, послушали Прокофьева и все это делали со знаками препинания. Вы заслужили серебряные унции, и я спешу вручить их вам. Вот вашу унцию. Каждому парню. Спасибо. Спасибо. Ну что, по маленькому сувенирчику от золотой лихорадки у вас уже есть. У вас есть шанс получить золотую унцию и бороться сегодня за килограмм золота. У того же, кто будет бороться за килограмм золота, независимо от того, выиграете вы его или нет, через 4 месяца будет шанс бороться за пуд золота. А это уже, поверьте мне, серьезно. Итак, вопрос второго тура сегодняшнего раунда. Я хочу, чтобы вы назвали мне геральдические цвета. Это цвета, официально разрешенные для использования в гербах. Номер 19.
Красный. Красный? Да. Один правильный ответ есть. Мы называем геральдические цвета. Номер 15. Желтый. Желтый. Желтый, он же золотой. Правильно. Два правильных ответа. Номер 14. Белый. Белый? Да. Он же серебряный. Три цвета названы. Ну что, подсказать, сколько их всего? Или нет? Задание достаточно простое, поэтому останется тайной. Пожалуйста, 15. Зеленый. Зеленый? Да. Четыре цвета названы. Пожалуйста, 19. Черный. Черный? Да. Номер 14. Синий. Синий. Да. Названо 6 цветов. Ну, правда, два из них двойных. Белый и серебряный, желтый и золотой. Итак, победил игрок под номером 14. Всего этих цветов 6. Я поздравляю вас, вы стали обладателем золотой унции. Вы участник сегодняшнего финала и уже участник суперфинала через 4 месяца. Золотую унцию я вручу вам чуть позже. Благодарю вас за игру, вы поступили как истинные джентльмены. Я по глазам видел, что вы знаете все цвета. Вы дали возможность даме пройти в финал. Рыцарский поступок. Благодарю за игру. Итак, финал, 3-й тур. Итак, я напоминаю вам, что у вас есть шанс выиграть сегодня килограмм золота. Предложи финалистке стул. Напоминаю вам правила финала. Я задам вопрос. Через 10 секунд я хочу слышать ответ. Учитывая то, что сегодня у нас финалистка женщина, вопрос будет простым. Вам хотят предложить стул. Итак, я хочу напомнить вам правила финала. Вопрос будет простой. Ответов будет совсем мало. Вопрос будет географический. Если у вас пауза в ответе больше 10 секунд, я вам даю минуту времени. В течение минуты, если вы дадите хотя бы один правильный ответ, я вам дам еще минуту, когда вы задумаетесь. Если минута пройдет в полной тишине, то, естественно, это будет окончанием задания. Вы уже, наверное, смотрели нашу игру. Видели нашу программу. Так что вы в курсе. Если у вас есть какие-то вопросы, поскольку у нас встреча очень ответственная, вы можете выиграть килограмм золота. Так, это я сказал, это я предупредил. А, вы совершенно могли бы сейчас уже поскандалиться. А где моя золотая унция? Она здесь и сейчас будет вам вручена. Чемодан большой, унция маленькая, но дорогая. Это для вас. Она уже ваша. К ней может прибавиться килограмм золота. Покажи килограмм. Это выглядит вот так. Буквально один вопрос и несколько ответов. Я практически все сказал, я вас обо всем предупредил, ваш килограмм золота. Нет, пока мой. А через несколько мгновений может быть ваш. Итак, я хотел бы остаться с финалистом один на один. Прошу прощения. Сейчас постарайтесь расслабиться. Графий, да? Тем более с административным делением. С Австралией вода? Вы никогда не бывали в Австралии? Тогда простите мне то, что вы не знаете. Осталось 5 секунд. К сожалению, время. Я мог бы выразить вам свои сожаления, но тем не менее не стану этого делать, потому что ровно через 4 месяца, или скажем так, почти через 4 месяца, мы снова встретимся с вами. И, конечно, можно позволить себе проиграть килограмм, потому что вы его сейчас проиграли, в расчете на то, что выиграете пуд золота. Там 16 килограмм. Поэтому эту шалость мы можем простить. Итак, для того, чтобы
развеять какие-то опасения по поводу того, что мы не знаем территории и штаты Австралии, я вам назову. Южная Австралия, Западная Австралия, Виктория, Тасмания, Новый Южный Уэльс, австралийская столичная территория, северная территория и Квинсленд. Вот и все. Вот эти 8 названий. Если бы их произнес не я, а вы бы получили килограмм золота. Я прощаюсь с вами, и мы встретимся в суперфинале в борьбе за пуд золота. Всего вам доброго, до новых встреч. Проводи, пожалуйста, финалист. Опять ты за свои игрушки. У тебя что, нет дела? Не увлекайся. Гаси свет и убирайся.